Участники конкурса самодеятельности из Нефтекамского многопрофильного колледжа выступили перед зрителями в русских национальных костюмах. Ребята синхронно играли ложками, набивая четкий ритм под музыку. Молодые люди с задором подошли к конкурсу, отчего их выступление стало не только красивым, но и интересным. Я представляю Нефтекамский многопрофильный колледж. Выступаю в нескольких танцах. Это русский, казачий, татарский, еще ложки. Ну, готовились долго, сложно, много танцев, и как бы одни и те же танцоры в разных танцах, сложно. В конкурсе приняли участие 16 учебных заведений из Нефтекамска, Дюртюлей, Октябрьска и других городов и районов Северо-Запада Республики. Это мероприятие проводится в рамках Всероссийского конкурса Республиканским центром культуры и Министерством образования региона на протяжении 11 лет. В смотре художественной самодеятельности были представлены сольные номера и ансамбли по вокалу и хореографии. С каждым годом уровень профессионализма растет. Костюмы приобретаются, и то есть наш конкурс «Я вхожу в мир искусств» уже в республике о себе круто заявил, можно сказать, потому что мы обхватываем почти что 100% образовательных учреждений республики. Это учреждения начального и среднего профессионального образования. Но что хочется сказать, цели, конечно, у нас самые хорошие, самые великолепные – привлечь нашу молодежь на сцену. Участники долго и тщательно готовились к своим выступлениям. Все образы были продуманы до мелочей. Искусство объединило учащихся разных профессий, будь то маляры, строители, автослесари или кондитеры. Ребята поддерживали друг друга аплодисментами, показывая, что все настроены доброжелательно. На самом деле я очень рад, что приехали с разных районов и городов к этому конкурсу. Я очень рад, что являюсь членом жюри. Я даже не знаю, как оценить, потому что все подготовлены, все практически на высоком уровне себя представляют на сцене. На конкурсе участниками было исполнено порядка 30 концертных номеров. Победителям, занявшим призовые места, были вручены дипломы первой, второй и третьей степени, а также приятные подарки. Татьяна Галиева, Иван Кузнецов, информационная программа «Ежедневник».